Здравствуйте, ребята. Я сегодня хочу снять ролик, как я кормлю маточное поголовье. Ребята, вы все знаете, что голубей перекармливать нельзя. Здоровый голубь – это полуголодный голубь. Если вы хотите, чтобы ваши голуби, птенцов, кормили хорошо, надо каждый день в одно и то же время кормить голубей. И не надо им много отдавать. И часто тоже нельзя отдавать. Во-первых, для самого голубя тоже это плохо, потому что нагрузка на печень. Ну, как... для людей, понимаете, лишний вес всем вредит. Вот от этих я яйца перекладываю иногда, но самим тоже оставляю одного обязательно, чтобы они сами кормили. Вот этот крайний птиц, это птенец от них. Вот от них. Я сейчас покажу. Вот он. А вот эти лимонки, понимаете, есть самцы, которые до конца, пока мисс голубка яйцо не положит, и пока мисс большие птенцы не начнут самостоятельно кушать, кормить. А есть самцы, которые быстро покормят и быстро оставляют своих птенцов. Я тогда делаю им голубку. Гнезда внизу, вот посмотрите, у меня там какая, и вот эта пара, другая пара, там ложит яйца. И птенец очень рано выходит и сам самостоятельно кушает. Это я просто так не поставил эту коробку, потому что птенец хочу, чтобы сам тоже выходил и кушал. И тогда они, ну, надо характер голубя знать, привычки каждой пары. И так подбирать гнезда. И еще. Ребята, когда вы, например, покормите своих голубей, да, и они пойдут и начнут своих птенцов кормить. Есть пара, которая то, что она наберет корм, да, все птенцам отдает. Если повторно вы им не дадите, ребята, корма, они остаются голодными. Потихоньку они истощаются и до конца не могут выкормить. Вот один раз посыпьте корма, потом надо еще повторно насыпать, как они накормят своих птенцов. И потом, я так много не даю, но потом родители еще подкармливают. Это обязательно, ребята, надо, чтобы голуби были всегда сами тоже сытые. На ночь, особенно во время вечерней кормежки. Им тоже надо. Тогда и голуби здоровые, и птенцы растут хорошо. Я вот показал вам маленького, которого они сами кормят. Меня всегда спрашивают, ваши лимонки сами кормят? Конечно, кормят. Еще как кормят. Если понадобится, то даже кормильцами они могут бить. Если хозяин голубей знает хорошо и ухаживает за ними, как полагается.
А ну отойдите, ребята. Вот птенец, которого я долго ждал. Каждый голубевод пискуна уже видит, какой он вырастет. Вот этот из этого потомства, вот этот птенец будет самый такой хороший. Я уже знаю, по голове я и определяю. И птенец, я еще не кормил их. Птенец накормленный, хороший. А вот здесь мордоки у меня сидят, да? И я вам, ребята, кто мои подписчики часто смотрят, я говорил, что у меня еще один маленький растет. Это четвертый будет. Видите, самец какой агрессивный. А вот этот мой малоносик. Мордок. Сейчас накормлю голубей, вечерняя кормежка получается, и птенцы будут, смотрите, как дерется, смотрите. Голуби тоже защищают потомство свое, а есть люди, которые своих детей бросают. Смешно, да? Ребята, я сейчас вам скажу, что обязательно надо голубям. Соль. Где маточное поголовье, там обязательно должно быть соль. Вот у меня какой. Видите, кирпич. Это продается у нас. И видите, какие они дырки выдолбили в них. Сами они. Не знаю. Оттуда то, что клювиком клюют, да, этот соль, наверное, внутри сыпется. А потом их языком достают. Ну, наверное, им самим нравится. Для укрепления костной ткани, для того, чтобы у голубя развивался скелет хорошо, для обмена веществ, чтобы они хорошо кушали. Если вы замечаете, вот не отдаете, что потом отдадите, голуби тот вечер и хорошо кушают, и напиваются тоже хорошо. Ну, зуб у них полный. Потому что соль обязательно надо. Вот сами сейчас судите. Сами судите. В горах туры, бараны, козлы, все это у них свое. Солонцы там в лесу ставят охотники, но соленые места есть, где обязательно они приходят и лижут вот этот соль. Всему живому организму надо обязательно, но надо учитывать, ребята, то, что мы сами отдаем, да, соли. Много нельзя. Много нельзя, а то отравление получается у голубей. Особенно если там воды нету, значит, это уже хана. Меру надо, чуть-чуть надо отдавать, и все. Вот если вы долго не отдавали, кусковые у вас соли хотите отдать, надо поставить, ну, полчаса, надо убрать потом. Второй день, потихоньку надо их приучать. А то они изголодавшие, то, что соли хотят сильно, они могут наброситься и отравиться. Да. Ребята, я маленьким птенцам обязательно даю трихопол. Ну, трихомонос с ним, с голубями, с маленькими случается. Понимаете, лучше трихопол надо мало отдавать. Лучше его измельчить и чепотку чуть-чуть бросить. Я лично вот с такого возраста через каждый день за 3 дня, день один раз я им это отдаю. Мне ребята сказали, что через неделю по кускам отдают. Ну, это каждый может сам определиться и так ему отдать. Если меня послушать, я 3 дня я им отдаю, и птенцы растут хорошо. Что еще можно сказать?
Ну, вроде все. Про соль и про корм я вам сказал. Про соль обязательно надо. Да, минералку еще, ребята, надо качественную. Если вы хотите, чтобы ваши голуби выросли полноценными, минералку надо качественную отдавать. Уголь, красный кирпич, глина красная, ракушки, сера. Там внутри должны прибивать. Можете мель мешать. Вот это минерали, это как жирносмесь должно быть хорошим, так и минералка. Тогда проблем не будет. А то часто со мной обращаются, что соль не растет, птенцы не растут. Что делать? Я начинаю опять все это перечисливать. Вот это ты отдай им, про глистогон, отдай все это, то, что голуби обязательно надо. И вырастут. И очень часто мне звонят те ребята, которые даже в жизни не глистогонили. Даже просто то, что они это лекарство дали против глистов, они уже начали птенцов получать. Что поделаешь, самому надо учиться, и другим тоже надо подсказывать то, что ты знаешь. Вот что я хотел о птенцов и кормящих голубей сказать. Вот половина голубей, ребята, прилетели. Как я их сейчас позову, посмотрим, а ну, остальные тоже прилетят или нет. Ребята, сиза горани у меня отборные. Ни одной изъянки. Один раз надо только их выпустить, и чтобы мы хорошо разглядели. Вот там молодой ходит там еще. Чуть светлый птенец будет. Вот его отец. С ребятами я поговорил, не знаю, каждый раз просят их не потомство, и никак я не разгоняю их. Все, каждый год говорю, что надо сделать одну пачку и погнать. Чтобы хорошенько посмотреть, что за птица. А то только говорить тоже. Разговор остается разговором. Я-то знаю, я в один год две штуки погнал. Оба хорошие получились. А эти мои сами начали внизу играть. Сколько? 5 пар у меня еще есть.
Всем пока, ребята. До свидания.